Ну что ж, друзья, вы смотрите данное видео, потому что у вас пропадает звук или просто не добавляется звук в CapCut. Я вам сегодня расскажу, как сделать так, чтобы эта проблема была устранена. Добро пожаловать на канал AppExpert, с вами Владимир. Смотрите, друзья, вы можете добавлять источник музыки как в самом приложении CapCut, так и с ваших где-то медиафайлов, прочее. Как это решается? Решается это на самом деле просто. Все-таки как решить данную проблему? С каких источников бы вы не добавляли музыку, она просто не добавляется. Какой-то баг. Есть выход. Что вам нужно сделать? Вам нужно записать запись экрана с вашей музыкой. Там, с YouTube, не с YouTube, не важно. Вы записываете этот звук. Запись экрана сохранен, вы просто его добавляете сюда, вот, опускаете вниз, здесь вы уже можете наложить музычку, куда вам нужно, в какой момент. Естественно, вы можете отделить этот звук из видео, то есть он извлекается, все, вы его обрежете, как вам надо, затухание и прочее, то, что вам нужно будет сделать, все просто. Вот вам решение, потому что многие писали то, что не знают, как это сделать. Вот вам и выход в данном случае. Ну вот и все, друзья, вы сами все видели, ничего сложного нет, просто делали запись экрана, видео добавили, отделили музыку, либо же так оставили, все в принципе работает, никаких багов нет. Я именно решил так, у меня единственный раз это было, вы мне многочисленные просьбы были на то, что как это исправить, вообще не получается и то, единственный раз столкнулся, все-таки нашел решение, в принципе оно довольно-таки простое, и... Я думаю, здесь нареканий никаких быть не может. Видео пролайкать, поделиться, подписаться на канал, оставить позитивные комментарии. Дальше больше. Скоро увидимся.